Уважаемые коллеги, начнем заседание. На отчет из 10 страниц ушло больше часа. Практически по всем преступлениям замечен рост в 2, а где-то и в 3 раза. Разговаривали о том, как исполняются законы в сфере экологии и природопользования. Об отходах, охране лесов, воздуха, воды. Внимание заострили на проблемах незаконных свалок и несвоевременного вывоза мусора. Поступили задания проверки по отходам 1-2 класса опасности, к которым относятся в том числе и ртуть, содержащие лампы, обращение с которыми на территории муниципальных образований управляющими компаниями так и не организовано. Ежегодно мы представления вносим и в ТСЖ управляющей компании. Практически все горожане не знают, куда выкидывать опасный мусор. Рассказывать об этом должны управляющие компании и ТСЖ. В ближайшее время проверку проведут и по поводу вывоза твердых бытовых отходов. Доклад выслушали представители администрации Верхнекамья, Следственного комитета и полицейские. Были обозначены недостатки, имеющиеся в данной деятельности, положительные результаты работы, проведен анализ этой такой деятельности и поставлены задачи на 2019 год. А если и вы знаете о нарушениях природоохранных законов, сообщите о них в прокуратуру по телефону 26 66 63. Сергей Коленник, Степан Некрасов, Новости Верхнекамья.